Вы такие хорошие. Да, привет. Хорошие такие, такие хорошие. Ты молодец. Дагон, ты тоже хороший. Конечно. Давай, давай. Ну что ты страдаешь? Иди сюда на ручки-то. Мамке пойдешь? Давай, осваивайся. Ты молодец. Вот так. Молодец. Вот это собака. Времени зря не теряка. Вот так, вот так. Да ты сладенький. Кажи, стулья, все сразу интересные тапки. Вот так. Пальцы. Да, Гоша, тебе нельзя рыгаться. Тебе нужно только обниматься. Понятно? Нельзя до Гошечки ругаться. Можно только... нельзя ругаться, только обниматься. Вот, молодец, вот так можно. А вот ругаться нельзя. Понятно тебе? Понятно. До Гошечки это тоже нельзя. Вот это прямо сейчас нельзя. Я вас, конечно, прекрасно понимаю. Давай цивилизованные игрушки вам предложим. Вот такие. Ты же любишь такие игрушки? Давай. Очень молодец. Давай с ними поиграем с тобой. Молодец, собака. Вот так. Шуперпёс. Давай. Ты любишь эту игрушечку? Давай. Ты я знаю. Давай. Шуперпёс. Суперпёсом поиграем. Очень молодец. Такой. Суперпёсик. Очень молодец. Так, Гоша, с тобой не будем играть. Да. Почему, когда я доношу твоих детей, ты начинаешь кричать? Говоришь, ты с ними играешь, а со мной нет? Да, Гоша, мог бы ты помолчать, пожалуйста, Дагон? Не надо, пожалуйста, разговаривать, Дагон. Ну, не позорь мать-то. Кто позорит мать? Кто позорит мать? Конечно, ты позоришь мать. Кто позорит мать? Черемша хорошая. Вот Дагон себя показывает на видео. Не с лучшей стороны. Ты осознаешь, Дагон? Нас люди смотрят. Конечно, люди нас смотрят. Ой.